Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Игорь Валерьевич и арбалетная полена. В прошлом ролике мы знакомились с арбалетом Doom. Ссылка на ролик появится у вас в нужном месте. Сегодня я решил пострелять на 20, 30 и 40 метров и ответить на вопросы по пристрелке и регулировке оптики. Ну, собственно, регулировка представляет собой что? Установка оптического прицела, правильно. Перекрестие должно быть, центральная нить, строго вертикально. Это не торопясь нужно прикладываться, вращать, пока вы не добьетесь вертикального расположения. Вот. После этого нужно совместить луну, как я уже рассказывал. То есть при спокойной стойке спокойно прикоснуться щекой к прикладу, вот, и заглядывая в прицел, вы не должны видеть больших черных полей. Вот как эксперимент, можно двигать глаз вперед, черное поле появляется. И вот я двигаю назад, оно пропадает. Вот в тот момент, когда это поле пропало, нужно четко зафиксировать, запомнить, это и есть однообразная прикладка. Вот только при этом оптический прицел начинает нормально работать. Вот. Первая стрельба показала определенную кучу. Допустим, в правом верхнем углу. На, ну, пускай на те же 20 метров, да? Вот. Что нужно делать? Вот эти вот болтики, крышечки откручиваем. Одну и вторую. Вот это винт горизонтальных поправок, вот это винт вертикальных. В данном случае кучу нужно сдвинуть вниз. Это винтом вертикальных поправок мы должны сделать. И мы его будем закручивать. Когда болт обычный закручиваешь, он идет вниз. И точно так же точки попадания сдвигаются вниз. Соответственно, после этого нужно двигать вправо. И вот этот болт горизонтальных поправок мы должны откручивать. Когда болт откручиваешь, он едет вправо. Точно так же точки попадания едут вправо. И вот так стреляя, делая кучу, мы останавливаемся на, собственно, на истине. Чтобы стрелы все были в одном месте, ближе к центру. Вот, собственно, регулировки. Ну а теперь попробуем пострелять на 20, на 30 и на 40 метров, как я и обещал. Вперед, друзья! Друзья мои, пробуем стрелять на 20 метров арбалет Doom. Показываю, как это делается. Аккуратненько, машинкой. Попадаем в паз. Руки прямые и выпрямляя спину, ровненько-ровненько взводим до щелчка. Оп. Аккуратненько снимаем. Кладем на столик. Устанавливаем стрелу до упора. Поудобнее усаживаемся. Снимаем с предохранителя. И вот момент прицеливания. Автоматически глаз ловит луну. Задержка дыхания. Выбираю холостой ход. И, собственно, выстрел. Так. Сейчас мы сделаем партию и посмотрим кучу. Все это не спеша. Стрельба у нас не пулеметная. Тут важна точность. Кто хочет научиться стрелять точно, нужно все это делать однообразно. Сотни. Несколько сотен, потом тысячи раз.
Только повторение дает точность. Что-то там щелкнуло подозрительно. Похоже, пошли попадания по соседним стрелам. Но я буду продолжать. Все равно целиться в одну точку. Так что изучим за счет стрел возможности арбалета поточнее. Пока болтать не буду, берегу дыхание. При выстреле это важно. Ну и крайнюю сейчас, не торопясь. Я, в принципе, в оптику уже вижу кучку. Ну, поближе подойдем, посмотрим. Фух, солнышко. Жарко сегодня, великолепно. Так, ну вот, арбалет в тенечек. Он не любит нагрева. Пойдем смотреть. 20 метров. Ну вот, основная куча. Ну, тут мне блики солнца мешали немножко. А так ничего, все хорошо. Ну вот, друзья мои, следующая дистанция 30 метров. Все то же самое, стрелы те же. Будем смотреть на кучность. Эргономика такова. Я вчера
весь вечер с ним провел сегодня. Вот. Ни спина, ни руки, ничего у меня не болит. Хотя, в принципе, по количеству выстрелов две хорошие тренировки. Так, стрельбу закончили, пойдем смотреть. Арбалет я ставлю в тенек, потому что он темный, но не хочешь, чтобы грелся на солнце. Вот так вот. Вчера поставил специально колышки, разметил дистанцию через каждые 5 метров. Вот колышек 20 метров. 25 и 30. Ну вот наша куча. Вот основная куча. Ну, если сделать поправку на прицеле, то все они будут в центре. Ну, вот это мой срыв, честно признаюсь. Вот, ничего страшного. Вполне достойно для 30 метров и для стандартных плеч в 43 килограмма. Вынимаем. Ну вот, друзья мои, оттащили мы мишеньку на 40 метров. Будем пробовать. Да, ну это уже хорошо, прилично. Хотя, в принципе, я считаю, что для арбалета с таким усилием уже много. Для усилия в 43 килограмм оптимальная дистанция 30 метров. Дальше уже от лукавого. Потому что парабола у стрелы становится крутая. Уход вниз большой. Вот. И за результат уже ручаться, за точный результат не приходится. Ну, попробуем. Что будет, то будет. Если стрелять по горизонтали, то до 30 метров, 30 максимум. А вот если использовать для охоты засидку не ниже 4-5 метров, то там парабола выпрямляется. Вот. И на 40 можно стрелять как на 30. Это так, из практики. Хотя, в принципе, кабан подходит и на 20. Совершенно спокойно.
Так. Три стрелы мы отстреляли. Пойдем смотреть, что у нас получилось. Ну вот, в принципе, вот эти две стрелы показали наилучшую точность. Это уже погрешность стрелка. Вот. Ну вот это как уходило влево, так и уходит. То есть, в принципе, вот такие стрелы я маркирую отдельно и пишу, на какой дистанции и по сантиметрам, куда она уходит и насколько. Вот, стрел у нас не так много, то есть каждую нужно маркировать. Стрелять кучу, потом отбирать, стрелять, отбирать, стрелять и запоминать. И вести пристрелочную таблицу. То есть вот эти две вполне годятся для охоты при накручивании наконечника соответствующего. Мы их отложим отдельно. Вот. А это будем стрелять дальше и маркировать. 40 метров арбалет-дум. Итак, дорогие друзья, подытожим наши действия. Постреляв на 20, 30 и 40 метров, могу сделать вывод, что арбалет-дум со стандартными плечами на 43 килограмма, разрешенными в России, результативен до 30 метров. На этой дистанции более-менее нормальная куча стрел, имеется в виду, и пологая парабола, то есть наиболее точные выстрелы. После 30 метров стрела уходит вниз аж на 60 сантиметров, ну и проблематично уже с прицеливанием. Соответственно, и куча падает. Если подобрать качественные стрелы, отобрать из них самые точные, то возможна стрельба и на 40, и на 45 метров. Вполне достаточно для развлекательной стрельбы и для охоты. Я думаю, так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ниже в описании к видео вы найдете ссылку на арбалет-дум в магазине Майндхантер, а также адрес арбалетной поляны и телефоны. Город Подольск, КСК «Фаворит», Игорь Валерьевич. Друзья мои, лето, берите телефон, адрес, всегда отвечу, объясню, как добраться, приезжайте, будем общаться. Помогать друг другу стрелять. С уважением. Всем пока.